Ты был когда-нибудь в Таиланде? Нет. У этой гитары тоже есть небольшой нюанс. Всем привет, это магазин Guitar House, и сегодня у нас в гостях трансакустическая гитара Flight AD555 Soundwave. Верхняя дека этой гитары сделана из массива ели, сихнинской, между прочим. Также задняя дека, обечайка и гриф сделаны из махагона. Накладка из полимерного эбони. Фишка трансакустических гитар в том, что она может звучать с эффектами без внешнего усиления. На борту этой модели имеется дилей, хорус, а также два вида реверберации, также крутилка громкости и две крутилки тембра. Эту гитару нельзя сравнивать с обычной акустикой. Ощущения от игры на этой гитаре совершенно иные. И, безусловно, это должен попробовать каждый. Познакомиться с этой гитарой, либо попробовать другие модели гитар, вы можете в наших магазинах. Пока!